Тик. Всем привет. Приехал долгожданный мой хрустик. Заказал у ребят из-под Уфы, они там делают щепорезы. Долго я его искал. И наконец-то по мотивам Володариса я его нашел. Отдал, правда, 75 рублей. Тысяч. Но я бы такой не собрал сам. Может быть, дешевле он мне вышел, но это время работать и... Время, самое главное даже. И силы, не говоря уж о том, что проще кому сделать, у кого уже это получается. Двигатель на 5 киловатт. Двигатель, я вам скажу, мощный, Вася. Тяжелый. Вот он сам щепорез. Пальцы для молочения. Ножи из закаленной стали. Сам круг. Сито, без которого не получается, нужная кондиция щепы. И сам простой, в принципе, я еще ничего не натягивал, вот ремень, только двигатель наживил. И рама. Ничего вроде сложного, но в то же время все детали, на мой взгляд, выполнены вообще идеально. Выточены как надо. Закаленные болты. Вот они, каленые. Видно сразу. Ну да, 80 человек. Короче, нормально. То, что надо. И защитный кожух на ремень. Вот, попутно еще себе купил. Стол, еще пока не собирал ничего, зубровский. И строгально-ритмусовый станок. Будем херячить теперь. Все круто. Потом запущу, посмотрю, как в работе. Когда соберу, настрою, натяну ремень. В принципе, ребята прислали тремя составляющими. Отдельно был двигатель. Вот эта штука и вот этот вот кожух верхний. Доставка вышла мне ровно 2000 рублей 14 копеек. О, нет, 2014 рублей. О, 75 копеек. Все, вспомнил. С Уфы до Белгорода. Нормально. О, это я так понял, для автомата. Вон автомат они отдельно положили. Болты. Отлично, 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 я доволен. Ну что, работаем дальше, теперь щепы у нас будет вдоволь. Вот, кстати, было внутри, достал. Вот она, щепа. Теперь будем доски и бревна ненужные переделывать. Как говорится, только подставляй мешок. В общем, массе станок, мне сказали, в деловых линиях весит 122 килограмма. Мощный, короче. Ладно, посмотрим в работе. Пока.